Живописец Буше неоднократно обращался к этой мифологической истории. Известна также его картина «Похищение Европы», написанная в 1747 году и в настоящее время хранящаяся в Лувре. Европа в греческой мифологии – дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, обратившимся в быка. Зритель видит, как златокурая Европа, окруженная толпой подруг, смеясь, присела на спину лежащего быка. Забавляющиеся, беспечные, веселые девы украшают гирляндами смирное животное, не подозревая, что через несколько мгновений бык унесет Европу по морским волнам на далекий остров Крит, где Европа родит от Зевса Миноса. Талант декоратора и фантазия художника Франсуа Буше проявились в его многочисленных мифологических сценах. Древнегреческие и древнеримские боги, богини и другие мифологические персонажи изображались на фоне воображаемых античных построек. Аллегории любви и страсти на этой картине можно считать изображение шаловливых амуров, не только внимательно следящих за происходящим, но и активно участвующих в любовной истории. Кажется, стрела, выпущенная одним из розовощеких амуров, достигла своей цели, и шутники с увлечением следят за происходящими по их вине событиями. Эти сцены эффектны по композиции, исполнены динамичным мазком, написаны в свободной живописной манере и яркой серебрящейся красочной гамме, что говорит об увлечении художником стилем живописи Джованни Баттиста Тьеполо. Полотно Франсуа Буше представляет собой безупречную работу мастера, находящегося в самом расцвете своей славы. Картина отличается потрясающей динамичностью действия и эффективностью композиции. Цветовая палитра произведения решена в мягких розовато-золотистых тонах, типичных для данного жанра живописи. Буше любил не только использование определенных нескольких цветов, обыгрывая их тональные вариации или, напротив, локальные сочетания, но и броские приемы. Художник то прибегал к обильным лессировкам, придавая живописи вид миниатюры или фарфоровой поверхности, то писал свободными жидкими мазками, подражая манере Тьеполо, а в палитре – колориту венецианских мастеров. Франсуа Буше был интерпретатором многих художественных манер, ощущая творческую свободу как подлинный виртуоз живописи начала и середины 18 столетия.